Сложно представить сад, в котором не было бы смородины. Среди большого семейства крыжовниковых наиболее популярным представителем является черная смородина. Но многие любители этой ягоды культивируют и разводят именно белую смородину. Биологически она близка к красной. Состав и полезные свойства белой смородины. Плоды белой смородины содержат высокий процент органических кислот и полезных веществ, витамины и сахар. Она ни в чем не уступает черной ягоде. Большим преимуществом белой смородины является то, что она обладает пектиновыми веществами, а они, как известно, способствуют железообразованию после термической обработки фруктов и ягод. Также эти вещества оказывают положительное влияние на кровь и выводят из организма человека соли, тяжелых металлов. Белая смородина ценится благодаря своей устойчивости к транспортировке после сбора. Она не такая нежная и мягкая, как черная смородина, а это позволяет на более долгое время оставлять ягоды на кустах. Ягод с одного куста белой смородины можно собрать больше, чем с куста черной. Среди плюсов белой смородины и то, что ее не любит смородиновый клещ, который селится на кустах черной смородины. Корневая система белой смородины расположена в земле таким образом, что ей не страшна засуха. Ягод и в дождливый сезон, и засушливый будет не менее, чем должно быть. Белая смородина популярна среди фитотерапевтов, но не так, как черная смородина. Этим она обязана меньшему содержанию биологически активных веществ, более низкому уровню витамина С, которого больше в 5 раз черной смородины. Тем не менее, калия и железа в белой смородине больше, чем черной, а эти элементы полезны для сердца и сосудов. Кроме калия и железа, белая смородина содержит белки и углеводы, пищевые волокна и жиры, клетчатку, дисахариды и пектин, а еще органические кислоты и многое другое. Среди витаминов большее количество занимают витамины А и С. За ними следуют Е и Р, витамины группы В. Белая смородина – богаче черной смородины по количеству каротина, золы и фолиевой кислоты. Кроме того, белая смородина отличается достаточно большим количеством микроэлементов, таких как фосфор, калий, магний, кальций и натрий. При таком количестве полезных элементов калорийность смородины составляет всего 42 калории в 100 граммах продукта. Как много полезного мы узнали о белой смородине. Друзья, я очень рада, что у меня растет смородина такая на даче. А у вас растет она? Пишите в комментариях, буду очень рада. Делитесь своим опытом. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет только интересное, только самое яркое и прекрасное. Благодарю вас за то, что вы со мной. До скорой встречи. А с вами была я, Светлана. Пока-пока.